Всем здравствуйте! В этом выпуске мы расскажем об недорогой компьютерной мышке в пределах 600-700 рублей. И немножко забегая вперед, в одном из ранних выпусков о мышках Краун в комментариях нам написали, что это типа за обзор, ни слова о сенсоре и производителях переключателей. И тогда речь шла о мышках за 500 рублей, тогда курс просто был чуть получше. Так вот, господа, вы что, серьезно надеетесь получить за такие деньги авагавские сенсоры и амроновские переключатели? Ну будьте же вы, наконец, реалистами. И те, и эта мышка из серии лучше за год сменю две мышки, так как люблю, например, все новое, чем куплю мышь одну за 5000 рублей и буду с нее пылинки сдувать и оберегать от домашних питомцев по ночам. Мы делимся с вами своим мнением о мышке. Ни о какой проплаченной рекламе не может быть и речи. Иначе стали бы мы выявлять недостатки. У этой мышки, например, как и ранее, также имелся неприятный запах китайского пластика. Примерно первые сутки, и потом он вроде как улетучился. По крайней мере, на данный момент он уже не наблюдается. Сенсор имеет значение в 2400 dpi, подсветка меняется нажатием кнопки смены оптического разрешения. Мышь среднего размера с тканевой обмоткой кабеля, как вариант в подарок гвоздику на Новый год. Колесико также имеет значение клика, и нажатие на него открывается вкладка, например, в браузере в новом окне. Из плюсов мышки это классическая форма, без сложных силуэтов, к которым пальцам пришлось бы привыкать, и из достоинств также матовый пластик верхней поверхности, что не дает лифтить мышки в сложных замесах. Обратите внимание, что на официальном сайте производителя, в галерее, в описании к мышке, представлена раскраска зеленого цвета. На самом деле, куда бы мы ни нажимали, ни на одну из кнопок, мы этого цвета никак не получили. Так что будьте бдительны, если вдруг кто-то покупает только из-за зеленого цвета, например, владельцы карт NVIDIA есть такие. Так вот, не получится. Будьте осторожны, делайте выводы сами. А вот такая она мышка Hunter от Crown. До новых встреч! Увидимся в нашей группе. Пока.